В этом видео вы узнаете, что такое создание YouTube-канала. Давайте же с вами узнаем, что такое создание YouTube-канала. Создание YouTube-канала по-другому называют регистрацию YouTube-канала или, например, открытием канала на YouTube. Когда мы просто так смотрим ролики из социальной сети YouTube без регистрации, то мы можем их только просматривать. Но, например, ставить лайки или писать комментарии под роликами мы уже не можем. Также мы не можем загружать свои видео на YouTube. Для этого нам нужно зарегистрировать свой канал. То есть это как бы площадка, как бы место, которое мы себе получаем для того, чтобы мы могли взаимодействовать в социальной сети YouTube. Для регистрации YouTube-канала нам нужна почта от Google, то есть почта с окончанием собачка Gmail, и зайти на наш канал на YouTube. Если мы создали почту, как вы видите, здесь почта заканчивается на собачка Gmail, то мы можем создать канал на YouTube. То есть мы вошли на сам YouTube, нашли свою картинку, нажали на создать канал, начать. Выбираем один из вариантов. Например, если мы хотим канал для зарабатывания денег, то можно выбрать вот этот. Вот так будет удобнее, но в принципе одинаково. Пишем название канала. Нажимаем галочку «Создать». Теперь нам нужно добавить немножко о себе информации. Например, картинку, описание канала и какие-то ссылки, связанные с собой. Нажимаем «Сохранить и продолжить». И вот у нас уже есть наш первый канал. Теперь при нажатии на вот эту кнопку «Добавить видео» мы можем нажать сюда, выбрать файлы, найти видео, которое есть на нашем компьютере, и выложить, соответственно, их на YouTube. Пройти по всем дальнейшим шагам и опубликовать ролик. Таким образом, мы с вами можем тоже заливать видеоролики на YouTube. В этом видео вы узнали, что такое создание, регистрация или открытие канала на YouTube. Если вы хотите знать еще больше, то переходите на канал «Бесплатная школа видеоблогера», «Бутик идеи, как стать фрилансером» и канал «Компьютерная грамотность. 100 шагов от А до Я».